Центральная детская библиотека стала победителем конкурса на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Грант в размере 5 миллионов рублей направлен на создание библиотеки нового типа. Ремонт начался 5 марта и будет закончен к началу учебного года. Кардинально изменится внутреннее пространство. Для школьников откроется медиазал «Цифра» с зоной 3D-лектория и Xbox. Лаборатория «Фокус», в которой дети смогут получать научно-популярные знания по естествознанию. Здесь появится видеостудия, а для самых маленьких мончегорцев установят интерактивный пол и песочницу. Помимо косметического ремонта, полученные средства направлены на приобретение мебели. Так что школьники всех возрастов смогут найти для себя в новой библиотеке что-то новое и интересное. Полностью смена концепции библиотеки. Реорганизация структуры. У нас в библиотеке с открытием нового, библиотеки нового типа не будет читальных залов и абонементов. Но будет очень много других разных интересных моментов, залов, отделов, секторов.